Во вторник произошло лобовое столкновение на перекрестке улиц Циолковского и Карла Маркса. Дорогу не поделили «Шевроле» и «Ниссан». Авария произошла в половину третьего. Чудом обошлось без пострадавших. Машина «Шевроле» двигалась со стороны улицы Карла Маркса, а водитель такси двигался в сторону улицы Калинина. И с его слов он пытался проехать на запрещающий сигнал светофора и, собственно, не смог уйти от столкновения. Если вина водителя будет доказана, ему грозит штраф за проезд на красный свет – 1000 рублей. Это первое лобовое столкновение в этом году. В аварии никто не получил травм, но за последние 3 месяца произошло 2 ДТП, в которых пострадали 3 детей.